Наконец-то мы приехали на природу на своей машине, на Митсубиси. Какое сегодня число, мама? 24 мая. 24 мая мы только первый раз выехали с шашлыками на природу. Пожарить шашлыки, да чуть-чуть отдохнуть. И то выехали после обеда. Взяли шашлыки, купили уже готовые, там мангал растапливаем. Сяська бегает тут, кушает хлеб, наестся хлеба, потом шашлыки не будет кушать. Ну, нам больше достанется. Ну и вот, будем сейчас отдыхать, играть в футбол и жарить шашлык, кушать его. В багажнике накрыли стол, потому что свой переносной стол с собой не взяли. Будем кушать из багажника. Наконец-то дождались. Приготовились наши шашлыки. Сейчас будем пробовать. Сейчас покажу, какая вкуснятина у нас получилась. Вот и заканчиваем мы шашлыки наши. Уже все пожарили, наелись. А теперь
топим костер, гоняем комаров. Сегодня комаров, ну уже лето, считай, уже комаров у нас много. Не дают спокойно отдыхать на природе. Если ложить в костер еловые ветки с колючками, то получается много дыма, и комары убегают от нас. Вот и закончился наш отдых в лесу. Наели шашлыков, пожарили, попили сок, поиграли немножко в футбол с Сашкой. И все, будем собираться домой. Кому нравится наше видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ну можно и дизлайки, да? Всем пока! Не забывайте нажимать на колокольчик. И подписаться. Да.